Окна горят в многоэтажных корпусах. Раньше тут были лес и дачи. Хреново тут жить тем, кто раньше жил в центрах. Кого разменяли, кто с дачи, кто из Столешникова переулка переехал, кто из Казихинского переехал переулка. В одной квартире ждущая смерти бабулька, другой наркоман, чью смерть встретят радостным смехом. Их в первую очередь сюда высылают свои же родственники, желающие иметь про запас хатульку. На пустыре здесь кошки лают и собаки так страшно мяукают. Это своеобразный такой банк для людей неправильно или слишком долго тянувших резину. Зачем я зашел в этот ваш юрский парк? Мне страшно покупать тут что-то в ваших магазинах. Мне неприятно знать, что вы тут есть. Точнее, мне приятно, но это даже хуже. Весь этот район как чья-то страшная месть. Невозможно выиграть в конкурсе, кого закопают глубже. Именно здесь, около ненормально забетонированной сберкассы, так неестественно и несвоевременно выглядит малыш, едущий в коляске. Или если женщина идет беременная, а вот черный плоский двухместный Порш или Мерс, внезапно проскочивший мимо меня с нездоровым ревом. Какой вам, папаша, к черту прогресс? Хотя здесь, безусловно, круче, чем в Бутово или Бирюлево. Здесь пока еще километров 30 до Москвы, что, видимо, не испугало вон того в черных очках незнакомца, приехавшего сюда приобрести травы. Да, приятель, это третья планета от Солнца. Какой страшный запах, какой мерзкий звук. Запах цемента и старости, рев черного автомобиля, того, что здесь шастает, словно паук по какой-то бесчеловечной своей паутине. Я люблю это место только за то, что здесь живут люди. За это только. Хотя для многих жизнь здесь как бесконечный забор. Но строят новые дома. Вся надежда на стройку.